Девочки, всем привет! В этом видео я хочу вам показать, у меня сегодня день рождения, хочу вам показать прическу низкий пучок, как ее можно сделать самой. Прическу я буду делать с накладными прядями. Сейчас я их распутаю, они у меня немножко запутанные тут. Ну, штучки 2-3. То есть мне завить нужно только мои волосы будет. И первое, это мы прорабатываем все волосы гофрешкой. Можно половину, я буду все, у меня, не видите, волнистые. Поэтому я буду прорабатывать все волосы гофрешкой. Прорабатываем и я к вам.